Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick Battle. Так, ну что, я накрутил себе опять целую кучу рулеток. И у меня 342 тысячи монет. Поэтому давай попробуем. Так, трехзвездочный копеечек мне выпадает. И все. Да, и все, к сожалению. Но зато у меня есть бустеры. Ну что, 201-я миссия у нас с тобой. И 14, всего лишь 14, вы серьезно, ребята, мы же сейчас их в хлам разнесем, господи. Не знаю, на что он тут рассчитывал, но мы их разнесем. Все, порвали. Довольно легко. Опа, это что такое? Да ладно, заработало. Ты серьезно, что ли? А я же думал, все, ребят, никогда не починится у нас вот эта ежедневка. Где она тут? А где у нас... А где... Ежедневку потерял. Ладно, сейчас не об этом разговор. Давай еще раз. О, трехзвездочный огр выпадает нам. 202-я миссия. Так, смотрим. Кстати, посмотри, что у меня по бустам. Усиление, две штуки, плюс динамит. И одна заморозочка. Здесь почему-то, мне кажется, мы победим. Причем довольно легко. О, импы. Это вообще ерунда полная. Смотри, как мы тут кромсаем. Проще простого. У них остается один паладин. Ну и со спины, естественно, мои ассасины его просто выпотрошили. О, копейщик нам достался. Так, подожди-ка, здесь можно прокачать, видимо, копейщика, да? И все. Прокачали, и толку никакого. Ладно, это не суть. 26 против моих 36. И почти одни мечники, прикинь. Одни мечники и, как я вижу, паладины. Пси. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю, а, сосунок. Куда он еще рыпался, я не понимаю. Чего он надеялся, на какую победу? Без понятия. Так, друзья, поехали дальше. Тут у них преобладают лучники. Но мои ассасины, смотри. Смотри, что делают. Уничтожает их потихонечку. Вот и все. Сейчас паладина этого уложим. И считай, победа уже за нами. Да. Вот так вот я обожаю. Легкая называется победушка. 33 тысячи монет нам достается. Ну что же, 205 сложный уровень, говорят. И тут я вижу 25 юнитов против моих 36. Ну, судя по всему, победа будет за нами. Так, а как вот этих вот лучников мои ассасины пропустили, я не понимаю. Так, погоди-ка. 20 против 9. А, ну все, тогда победа за нами. Робот, вали, огра. Так, доходим до этих чудиков. И отправляем в мир иной. Хорошая была, так, умножить. Так, 159 тысяч не хватает, да? Ладно, фиг с ним. Не хватает, так набьем. Ну, здесь почти на равных. Почти. Ну, пока мы выбились в лидеры. Смотри, смотри. 11. 9, 8. Паладин упал. Если паладин у них падает, все, они сразу фейлятся. Куда это он свои ракеты-то запустил? Робот, ты что делаешь-то? Я был бы еще очень удивлен, если бы эти ракеты убивали бы и наших юнитов. А вот теперь хватает. И у нас трехзвездочный маг, которого не знаешь, куда даже воткнуть. Он нам здесь как бы и не нужен. 28 юнитов против 36. Причем здесь одни импы практически, да? А, ну и эти варвары. Фи. Слушай, они с моими ассасинами очень быстро, кстати, справились. Подожди, что-то я, может быть, рано радуюсь. Да не, должны победить. Давай, давай.
пират, естественно, там рулит. Как всегда. Я бы прокачал бы, наверное, с удовольствием еще пиратика и робота. Еще по дополнительному уровню бы им дать. И было бы вообще четенько все, да? Да, я уже знаю, эту валькирию вы мне уже трындите фиг знает сколько, и до сих пор я ее не получил. Ни валькирии, ни конника, никого у меня нету. Так, а у него тоже, да? Воу-воу-воу-воу. Молодец, Огр. Сообразил вовремя. Так, что происходит? Победим. Должны победить. Да. Но ушатали. И здесь тоже ушатали. Красавчики, не подвели нас. Поехали дальше. Быстренько, быстренько. Нам нужно с тобой так. О, так здесь вообще даже... даже не обсуждается. Их всего 15 было. Ровно в половину меньше, чем нас. Ну. Не, эти викинги, они очень быстро падают. Вот что я заметил. Очень быстро. Может быть, их убрать? И вместо них поставить магов? Давай, наверное, так с собой сделаем. Ну, это никуда уже не годится. Они убегают, их сразу пум-пум, и все, они валяются. Так что... где у меня? Слушай, а мы можем даже вот так вот сделать. Где у нас эти викинги? Блин, трехзвездочный. Ну, в принципе... в принципе, должно нормально зайти. 210 уровень у нас на подходе. О-хо-хо-хо. Ну, здесь-то понятно. Бросаем. Бу! Да ну, где-то там с краешку взорвалось, так не годится. Блин, зря я, наверное, заморозку потратил. Мы могли бы здесь справиться. Ай-яй-яй. Перепужался я, испугался, думал, не потянем. Так, денежку получили, а теперь давай-ка мне сундук. И тут двухзвездочный ассасин. 211-я миссия. Поехали. 25 противников. Тоже ассасин, да? Огры, развернитесь. Один среагировал, второй тоже, молодцы. Ну. Так, погоди секундочку. Нет, выигрываем. Я уже подумал, что здесь пахнет проигрышем, но нет. Все-таки разрулили ситуацию. Молодцы. По горячим следам бежим сразу с тобой. 29. Ну, я думаю, что этот огр справится, да? Все, лучников мы сейчас перережем. И останется один паладин. А паладин, естественно, мы тоже с тобой запинаем. Вот и все. А здесь 29 против 35. Но у них, я смотрю, тут мощный огр. Очень мощный. Так, проверим, сможем ли мы его запинать. Офигеть. Е, упал. Значит, смогли справиться. Дальше двигаемся. Так, 39. То есть у них преимущество. Очень много ассасинов побежало. Хотя тут не так много, всего лишь 4. Блин, мы пока проигрываем. Подкрепление не будем пока вызывать. Посмотрим. Так, огр пошел. А где мой второй? А, вон он. Вон, я думал, что его уже уничтожили, но он жив. Выиграли здесь. А я уже хотел, думал, подкрепление вызывать. Так, тут у нас гемы. У нас уже 250 гемов. Плюс еще, наверное, 50. Но за них, естественно, нужно будет подраться. 22 юнита. Сейчас мы этого... блин, мы что-то там далеко где-то находимся. В последнее время мы не видим, чтобы были здесь ассасины с вражеской стороны. Можно было бы, наверное, их поставить спереди. Ой-ой-ой, смотри. Маги опять эти паршивые, а? Да ладно, ты еще скажи, что мы проиграем сейчас.
Не верю. Я, ребята, вызвал подкрепление, но, по-моему, слишком поздно, да? Фейлимся, фейлимся, ребята. Вот так вот. Зашибись. Значит, мне придется делать чуть-чуть по-другому. Значит так, я сейчас вызываю бойцов и сразу же, скорее всего, буду подкрепление. Потому что, ну, здесь мы не сможем выиграть. Из-за вот этих вот магов, да-да. Только лишь из-за них. Давай, давай этого паладина. Ты посмотри, вот они жарят и жарят, жарят и жарят, а? Вот неугомонные-то. Огр упал. Сейчас второй, наверное, упадет, да? Нет, смотри, стоит. Отлично, ну тогда здесь победа будет за нами. Но зато мы остались без одного бустера. На сухую. Ну, смотри-ка. Кристаллов-то уже 300 штук у нас. Рискуем? Так, трехзвездочный имп. Блин, а когда будет у нас сундук-то этот легендарный? Ну, не легендарный, а эпический, а? Скажи-ка мне, опять у нас тут обычный. Ладно, фиг с ним, давай смотреть. О, 51 против моих 35. Это перебор. Да. Мы не справимся, скорее всего. Ух, как тут. Как тут жарко, ты посмотри. Не-не-не-не-не. Это трэш какой-то, ребят. Просто трэш. Да, запинали. Откуда он столько юнитов, гаденыш, берет? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Я вот не знаю. Ну вот откуда-то берет. Так, друзья мои, мы, наверное, будем тогда закругляться, потому что, ну, сам понимаешь, крутить рулетку, получать. Хотя, подожди-ка. Так, а что у нас тут? Деньги. О, 93 тысячи. Ну, это как бы все равно маловато деньги. Так, а это что у нас было? А тут-то почему закрыто? Деньги. А, это бустеры, да? Тут трехзвездочный. Эпик. Слушай, наверное, следующую серию мы с тобой заварганим чисто арену. Сколько тут еще у нас осталось? 6 дней, да, до конца. В данный момент я заслуживаю 100 гемов. Всего лишь 100 гемов. Позиция у меня 383. Я в самой заднице. Прикинь, тут вот Galaxy, там фиг выиграешь. Артмана. Да, 3253. Офигеть. Да. Просто офигеть. Ну что, тогда мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.